Не за горами зима. Чтобы встретить ее во всеоружии, энергетики отремонтировали свыше 370 километров линии электропередач и расчистили 20 гектаров просек вблизи линий в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах. Цель всей этой большой работы – повысить надежность работы электросетевого комплекса в зоне ответственности филиала в осенне-зимний период. С начала года энергетики славянских электросетей отремонтировали 153 километра высоковольтных линий классом напряжения 35-110 кВ, заменив более 900 изоляторов. Завершаются ремонтные работы в распределительной сети. Полностью выполнен план по капитальному ремонту линий электропередач. Всего это 221 километр классом напряжения 0,4-10 кВ. Заменено более 1000 изоляторов и 75 километров проводов. Работы ведутся и в настоящее время. Обрезаем кроны деревьев, кустарник дикорастущий убираем. Вот. Заменяем опоры, какие пришли в негодность. Выравниваем опоры. Меняем провода, если где необходимо, перетягиваем. Ну, вот это обычная работа наша. Лучшее, как говорится, враг хорошего. Поэтому работы по совершенствованию электрического хозяйства трех районов края никогда не прекращаются. На участках тоже помогать выезжаем постоянно. Здесь в районе нету, едем в Славянский, в Темрюкский район. По краю ездим. Ну, это постоянно у нас. Самое благоприятное время – лето и начало осени – было использовано максимально продуктивно. Завершен ремонт систем диспетчерского и технического управления, средств измерения, зданий и сооружений энергетического комплекса. Сейчас славянские энергетики заканчивают капитальный ремонт подстанций и трансформаторов, а это значит, что ремонтная программа близка к своему успешному финишу. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».